Утром 20 августа из окна третьего этажа гостиничного комплекса в Конаковском районе области выпал 4-летний ребенок. Мальчик экстренно доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, малолетний оперся на москитную сетку. По результатам проверки Конаковской межрайонной прокуратуры будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. Ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту, находятся на контроле надзорного органа. Прокуратура Торопецкого района организовала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего. Вечером 18 августа 13-летний мальчик в деревне Краснодубье Торопецкого района проник на территорию заброшенной школы. На втором этаже здания подросток высунул руку в проем рассохшейся рамы, чтобы поймать сеть интернет. Из-за прикосновения стекло упало на руку ребенка и перерезало сухожилие. Подросток доставлен в больницу. Прокуратурой будет дана оценка действиям собственника помещения, законных представителей, а также органов и учреждений системы профилактики по организации занятости несовершеннолетних в период летних каникул и предупреждению их травматизма. Еще одно ЧП с ребенком в Вышнем Волочке. С качелей на детской игровой площадке упала 7-летняя девочка. При падении ребенок получил травмы. В ходе проверки будет установлено обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту детской игровой площадки. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход и результаты процессуальной проверки, организованные по указанному факту, находятся на контроле межрайонной прокуратуры. В день государственного флага Российской Федерации на территории музея Калининского фронта в поселке Эмаус Калининского района состоялась церемония принятия присяги молодыми сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Ряды приставов пополнились 5 новобранцами, присягнувших на верность России и закону. Это торжественное событие, которое случается раз в жизни. Наши сотрудники присягнули на верность обществу и государству, дали клятву на верность исполнения законов и защиты законных интересов граждан, взыскателей, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, тем самым поклялись обеспечивать безопасность исполнительных действий. И основная задача – это недопущение чрезвычайных происшествий в судах и зданиях судебных участков мировых судей, помещениях и объектах ФССП России.